Second Act Racing. Бля, я не помню английский, если честно. Ну ладно. 5 ноября 1995 года, 16:56, Майами. 5 ноября, теперь 91-го, кстати, заметьте. Всем привет, дорогие друзья, с вами Никита Сумакакайте. Сегодня я буду дальше продолжать проходить игру Hotline Miami 2 в Ranked Number. А сейчас какой-то чел с зелеными глазами, блядь, говорит. Теперь подзащитный утверждает, что ему приказывали совершать эти убийства. Путем сообщения на его ответчики. Вы проверили это? Вы проверили... А, подождите. Не, по-моему, это не тот детектив. Нет. Вы проверили это заявление? Да. И что вы обнаружили? Автоответчик подзащитного был пуст. Пленка отсутствовала. Вы нашли улики, подкрепляющие заявление о звонках с угрозами? Нет, сэр, не нашли. Ясно. Больше вопросов нет. Вы говорите, что не нашли физических улик в поддержку заявления моего клиента. Вы говорите, что не нашли физических улик в поддержку моего клиента. В заявлении моего клиента. А как насчет архивов оператора связи? Полиции ведь нетрудно получить доступ к такой информации. Да, мы изучили записи о звонках подсудимого. Нашли какие-нибудь звонки, которые могли подкрепить заявление моего клиента? Да, сэр, по защитному действительно звонили. Тот самый временный промежуток, который он указал. Но... Вам удалось отследить источник этих звонков? Если так, откуда они поступали? Да, они поступали из ночного клуба под названием Golden Truck Stop. Теперь мой клиент утверждает, что совершить преступление... Блять. Еще раз. Теперь мой клиент утверждает, что совершить преступление, за которое он находится перед судом, и принудила русская мафия. Есть ли у полиции какая-нибудь информация в связи Golden Truck Stop с русской мафией, которая могла бы подтвердить слова моего клиента? Действительно, заведение несколько раз отметилось в хронике мафиозных разборок. Однако... Это все, спасибо. Больше вопросов нет. Свидетель может сесть. Суд удаляется на перерыв. Подождите, это же наша куртка, по-моему. Или петух, кто там? А, ну да. То есть это выходит... Физических улик не нашли, но... Свидетель, можешь сесть. Суд удаляется на перерыв. Заседание продолжится завтра в 11 часов. Подсудимый останется под стражей. Что это там такое? Это детектив, типа? Или кто это? Странненько, странненько. Блять, странно и в этом сюжете, если честно. Так, теперь идем сюда. Это опять звонок какой-то, да? Так, кому-то звонит. Вы позвонили полицейское управление Майами. Чем могу вам помочь? Я хочу поговорить с детективом Парде. Скажите, что это Эван. Минутку. Че ты хочешь, Эван? Я занят. Эй, Мэнни, я в здании суда. Собираю информацию по маньяку маски. А этот при чем? Они говорили про Golden Truck Stop и про связи с мафией. И? Я подумал, может быть, ты знаешь, с кем я могу поговорить про это?
Это конфиденциальная информация. Ты ведь знаешь, я не могу о таких вещах распространяться. Слушай, я действительно занят. Не начинай, за тобой должок, помнишь? Ладно, иди на северо-западный угол 37-й авеню, то есть улица, что ли? Спроси Петрова и скажи, что ты от меня. Петрова? Северо-западный угол, ага. Не обещаю, что он разговорится, но это единственный контакт, который у меня есть. И больше не звони мне на работу, хорошо? Никаких больше одолжений. Окей, так. Ладно, значит, надо сходить к Петрову. Кстати, я на Стоп. Александра Петрова говорят, похож. Если что, там посмотрите в Инстаграме. Так это действительно странно, куда идти? Столько людей. И я свечусь, гляньте, как я похож на Иисуса, по-моему. Ладно, идем сюда. Знаете, как кино выглядит серьезно, вот как будто... А сюда надо было идти. Ну, окей. Никак нельзя бежать, не знаю, что. Блять, странно очень. Тут. Кто это такая? Ладно. Такси. Пятая сцена. First Trail. Стойте, сэр, чтобы войти, нужно приглашение. Мне нужен Петров. Скажите ему, что я детектива Парда. Я так не думаю. Если у тебя нет приглашения, тебе лучше уйти. Что за... Нихуя себе. Что? Он ему делает искусственное дыхание после битья? Серьезно? Ну-ка. Помогите, вызовите скорую, произошел несчастный случай. Есть там кто-нибудь? Пойдем через сюда. Блять. То бишь нам нужно пока говорить с русским насчет всего. Блять, да. Что это такое было? Я только подошел, начал убить и все. Пизда он. Короче, сейчас попробую так. Что это такое? В смысле? Что? Это, блядь, было? Еще раз. Входит, ну. Что? Ему похуй. На. Короче, пизду всех. Бей, блядь, ну. А, понял, он же не убивает. Это же детектив.
Я понял все. Здесь это по-другому сделано. И он не стреляет. Сложноватенько будет, знаете ли, чуть-чуть. Хотя музыка бы такую, кстати. Блять! Сложновато. Убери. Патроны вывел, что ли? Ё-моё. Да, задать эти, блядь, тук-тук и играть. Блядь, да... Замки отсюда поступали. Ну, значит, этот Петров поможет с этой нам информацией. Ну ладно, будем ждать. Биты только тут ухерачить всех. Знаете, нет. Тихо. Спускаемся вниз. Хм. Чем еще можно кинуть? Мотодробовиком можно. Бери, чувак, бери, просто кинь, блядь. Попробуем такой метод. Думаю, вряд ли он получится. Блять. Фух. Что-то и вышло. Сейчас. Сложноватая миссия, как по мне, будет. Не с оружием же? Нет, в принципе. Блять, бери биту. А, можно так было пройти, ёптать. Чё-то я так не сделал. Ладно. Ну и где он? Где? Блядский хер, да что это такое? Как мне быть? Если я сейчас проиграю, это будет вообще трындец полный. Как мне действовать? Я только так. Вот это, блядь, за копы играть, только Hotline Miami, это ужас. А-а-а, я ж нажал. Попробую так. Нет, не клуб. Кстати. Наверное.
Так. Так, тихо. О, кокаин тут хранят. Да, во, отличный план. Спалиться бы как-нибудь, блять. Вот эта миссия реально трудновато. Тут больше на сюжет ориентиры, я так понял, ну да. Блять. Чего? Ладно, окей. Будем действовать так. У нас же сейчас придет ко мне, верно? По крайней мере, я так считаю, должен. Блять, ну... Тихо. Блять! Какого хрена? Мне опять ждать их? Да блин, ну это... Ну, я не люблю, если честно, вот так вот каждый раз... А-а-а. Блин, их всех надо убить как-то еще. Давайте попробуем сначала пойти направо. Я думаю, это отличный вариант. Блять, да ёп! Вот. Глупо сделал, ладно. Так, так, все, хватит, хватит. А, ну мне еще. Коп, ты охуел? Ты вроде как бы оружие не применяешь. В смысле, что это было вообще? Ну ладно. Что-то странное было сейчас вообще. Раз, два, три. Раз, два, три. Блять. Да. Что там дальше? Вроде как бы все нормально, но с одной стороны. Блин. Тихо. Блять, ну. Ладно. Я думаю, ничего страшного не будет. Афу-ху-ху-ха! Да. Ты чек тебе дери. Я... Ой, меня убьют? Я... Ты Петров? Я пишу книгу про маньяка в маске. Пишу книгу про маньяка в маске? Детектив Пакта сказал, что я могу поговорить с тобой об этом. Детектив Пакта так сказал? Твой друг? Так точно, сэр? Не очень хороший он тебе друг, раз послал тебя сюда. Да, думаю, в этом вы правы, сэр. Книга, которую ты пишешь, должна быть очень важна для тебя. Раз ты рискуешь жизнью, приходи сюда. Яйца у тебя есть. Ну, так что ты хочешь знать? У тебя есть два вопроса. А потом вали отсюда. Ладно. Полиция говорит, что убийцы в масках были из движения народных мстителей. Народные мстители? Вы разделяете это мнение? Нет. Какие, блядь, народные мстители? Чего, блядь? Я не думаю, что это были мстители. Они были слишком организованы. Они точно знали наши позиции и распорядок наших дел.
Я не знаю, откуда они были, но это точно не мстители. Как вы думаете, почему они выбрали целью именно русскую мафию? Что они сказали? Что они искали? Не могу сказать, что они искали, но... А чё игра зависла? Чё-то, блядь, у меня игра зависла, чё-то не охерел. Не могу сказать, что они искали, но... Они, по сути, уничтожили всю нашу организацию, а затем исчезли. Они знали, что делать, были очень хорошо подготовлены. Мы парочку взяли живьем, попытались расколоть их. Ни один не сгорел, ни один. Ладно, хватит вопросов, теперь скройся. Well clear, фух. Видите, всех так он убил, типа... Эти стоят, типа, думают... В смысле, а что за хрень? Вообще... Трындец какой-то. Всех попере... Ну, не как бы сказал... У Кокошу, можно так выразиться. А теперь... Бац. Этого вообще, блядь, убил. По-моему. Ну да, убил. Им пофиг вообще на других людей. Вот это, блядь, организация. Вот это понимаю. Ладно. Сбитые поехали. Долго мы эту миссию проходили. Аж 25 минут, в принципе. Ладно. Ну мы пройдем акт второй полностью, наверное, за видео. Я думаю. Так. Наединёк. Что? Что случилось? Нет, ну... Да, этот Петров, он не захотел меня видеть. Меня чуть не избили за то, что попытался войти. Ты действительно туда пошел? Не думал, что ты решишься. Иногда я не понимаю, зачем я с тобой общаюсь. Когда ты успел стать таким мудаком? Ну, я же сказал тебе, что лучше писать про майамского... Потрошителя. Это гораздо более запутанное дело. Тебе не пришлось бы общаться с к тому времени, как выйдет твоя книга, люди забудут об этих мстителях. Кроме того, я купил тебе пиво, разве нет? И ты особо не пострадал, правда? Будем считать, что мы квиты? Спасибо за пиво и все остальное, но за тобой все равно должок. Ладно, не забывай, я рискую своей работой. Если кто-нибудь узнает, что я даю тебе наводки, мне конец. Скорее, я тебя уволю за некомпетентность или другие безобразия. Удивлюсь, как они до сих пор тебя не уволили. Я устал, пойдем отсюда, ладно? Да, мне тоже нужно поспать. Подвезти тебе? Попробую успеть на автобус. Погнали! А теперь мы играем за падло. О, куда ты пошел? На автобус. Кстати, сейчас ноябрь был, да? Только декабря 91 года, да, собирался. О! Это уже после выходит. Итак, сегодня вечером мы отправляемся к какое-нибудь особенное местечко. Да, мой приятель Джек рассказал мне об этом месте на 184-й улице. Настоящая дыра. Все здание населено наркоманами и бомжами. Типа как здесь же? Не в жопу, Марк. Короче, сестра моего друга тусовалась с этой швалью. Ой, тихо. Дома не появлялась неделями. Он попросил нас доставить ее домой и проучить ее дружков. Слушай, мы теперь побегу, чтобы твоих друзей, что ли? Разве в прошлый раз мы не то же самое делали? Тогда я никаких жалоб не слышал. Мы не можем прочесывать улицы и разыскивать этих козлов, а сразу попадем в тюрьму. Да, но я не подписывался геройствовать, спасать женщины и прочую херню. Не мое это, я просто хочу адреналина. А что, у тебя есть идеи получше? Или нам нужно просто остаться здесь и ругаться всю ночь? Я чувствую, что я точно здесь не останусь. Я готов действовать. Ладно, я тоже пойду. Но если что-нибудь случится с девушкой, это не моя проблема, ясно?
Теперь мы за другого чувака играем, да? Выходит. А куда теперь идти? Наркопритон тоже какой-то, блядь. Выходит. Поехали. Moving up. Вообще непонятно, что происходит. Шестая сцена. Тони, давайте Тони возьмем. Блин, сколько там еще миссий-то выходит? 20 штук точно. О, блядь, понесу. А, я руками могу их убить? Да ладно. Вау, круто. Серьезно? Ну-ка, попробую еще раз. Хе-хе, блядь. Да, только руками могу убивать. Давайте руками всех убивать. Но это как-то глупо чуть. Не знаю. Вау. Ва-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Блядь. Не, зря я выбрал Тони, мне кажется. Просто возьми пробел, нажми, блядь, вай. Я тоже хочу маску так носить, если честно. Почему нельзя подобрать именно, блядь? Ну это трудно. Я так и знал, что он пойдет. На. Блядь, ну... Не, заново уже не знаю, начинайте или нет. Не, блядь, мне не надо. Это пиздец, я бы сказал. Может, трудноватенько быть. Блин, не знаю, вот вторая часть, она очень сильно отличается тем, что она выглядит в плане сюжета именно больше, нежели чем первое, где просто нам звонили. Здесь более рассказываются детали. И мне это нравится, да. Так, типа, он подойдет ко мне или нет? Блять, фух! Никто не подойдет? Пошли. Короче, погнали. Ба-на-на-най-на-най. Ладно, здесь мы всех копнули. Теперь куда идти там надо? Теперь наша очередь настала. В общем, сейчас этот идет к двери, мы его отталкиваем дверь, он падает, потом его добиваем, потом того убьем. Блять, или нет? Я так себе план, я не знаю, что сойдет. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Нормально, ладно. Хотя, блядь, я боюсь. На годные мстители, блядь, я вообще не понимаю. Так, тихо. Тихо. Фух, да. Надеюсь, последний этаж там будет. Потому что с кулаками я больше не буду. Это, блядь, это сложновато как-то. Так. Ну, я думаю, меня тут не крокнут. Я охуенно. С одной стороны... С одной стороны, это клёво. На самом деле, с кулаками играет. Но с другой стороны, видите, меня убили. Поэтому, как бы... Ай.
Не, иногда, блядь, не знаю. С одной стороны, тут музыка, знаете, вроде и прикольная, но нету такого ажиотажа, как в первой части, или мне кажется, о. Собака аж есть. Блядь, собака! Вы что, совсем? Я что, её... А, я могу её убить, наверное. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, пускай этот подходит. Хер, а что? О-о-о, отличный план. Блин, надеюсь, внизу там никого нету. Фух, идем. Но собаку-то я могу убить, думаю. Да. Блять! Пидок! Фух. Блин, еще, блядь, полумертвый. Сколько их тут? Тихо! Тихо. Никогда не буду больше, блядь, брать, честно. Чувака, который бьет только кулаками, это же жесть полная. Зато с одного раза выносит, да. Это охрененно. Фу, блядь, я думал, меня уже убили и укуснули. Блядь, сука! Как он, тварь, посмел-то? Может, заново начать рестарт, не знаю. Ревайн. Пизду, нет, извините, я не могу играть с ними кулаками. И это не по мне, честно. Нет, вообще нет. Не знаю, по мне трудно. Просто реально трудно. Я буду херачить всех лучше. Вот так вот быстрее будет, поймите. Хардкор, я не хочу отсюда. Ох ты, ёпма. Ай, блядь. Что ты творишь-то? А, фу. Нормально. Не, ну тут легче будет, ну, естественно. Хотя не услышу звуки, но не насрать. Я не знаю, почему мне эта музыка не нравится, хотя она нормальная. Бывает такое у вас? Типа, играешь в игру такой... Музыка вроде как бы прикольная, но почему она так не действует? Нету того адреналина, вот понимаете? Может, там дальше будет так более музыка лучше? Я не спорю. Я так и думаю. Ну, пускай они подходят. Где? А, блядь, тут же есть... Фух. Узик уберем туда. Это никого, значит, будем. Отлично, вот! Это маска или что? Цепка. О, цепка, это я не помню такого. Не, в первой части ее не было, конечно. Так. Попали! Сверху там что-нибудь есть вообще? Блять, если кто-нибудь вылезет, сука, убью. Серьезно, я чувствую, что кто-то, блять, остался. Вот, ну. А-ра! Да, вот, дошли до того места. Ну, короче, тут три этажа.
Кого мы убиваем? Кускую мафию выходит? Да, по-моему. Кускую мафию тоже. Так а чё негас говорит спасти девушку? Ну это типа наркоприт он же. Пошел нахуй. У меня броня типа. Ну. Блять, да. Отлично, давайте драйву устроим, а то что-то, блядь, по стелсу кому-то иду. Вообще неинтересно, да? Сейчас он вылезет и убьет, да? На. Так, тихо! Ладно, убить надо всех. Да, по-моему, все, убить всех надо. А ты что здесь стоишь? Особенный, типа, о, level clear. Level up, это написано, ебать. Ладно, так, я уже 39 минут записываю, а я на уровне только 7. Или на 6. Запутался. Ладно. Назад! Эй, полегче, я пришел просто забрать тебя. Нас послал твой брат. Мы не причиним тебе вреда. Не понял, подождите. Сестра моего друга. А, ну, все, ладно, я понял. Нас послал твой брат. Мы не причиним тебе вреда. Мой брат? Вы только что убили всех моих друзей! Слушай, снаружи ждет машина, поэтому бросай пушку, пора идти. Мы отвезем тебя к брату. Вы думаете, что я пойду с вами? Вы с ума сошли? Убили моих друзей, не собираюсь ехать с вами. Теперь оставьте меня, козлы, иначе я клянусь... Ладно, как знаешь, мы валим отсюда. Сука. Твою мать, что, блядь? Серьезно, заново? Блядь! Сука, блядь! Я просто в нее выстрелил! Все! Ну да, я думаю, она себя убьет. Адреналин, сука. Все, никаких поблажек, просто херачим всех, кого увидим. Блять! Да я убил всех, да черт возьми, опять начинать заново. Шваль! Я как братья буду, помните момент этот? Ну-ну-ну-ну, теперь... Блять, вот что сейчас было вообще? Да, о, не, лучше узик убрать, да. Так, теперь... Ну, тут никто не выйдет, эту... А, собака. Сука, вот. Кто там остался? Да, детка. Сука, блять, ладно, хорошо, тебя стрелять не буду. Я подумал, может ее убить. Хотя, зачем это сделал, правда? Не по сюжету, нелогично было бы очень. Блять, фух. Ладно. Говорят, за эту игру, кстати, прошли за 2 часа. Типа на лонгплее, по-моему. Ладно, мы диалог сейчас скипнем, но мы его видели просто.
Чё они с ней сделали вообще, без понятия. Ладно, если я сейчас стрельну нечаянно, блять, это пиздец будет полный. Так, всё, пошли отсюда. Такой декабря, заметьте, то бишь, сюжет продолжается. То есть все это пошла херня с 89-го года, теперь 91-й. Двадцать четыре уровня выходит. Ну, основных. Два фильма. Ну, как сказать, в сюжетном плане, в принципе, я пока, конечно, не... Типа, не иду. А, блять. Ну, в сюжетном плане я скажу, что как бы пока запутано, пока непонятно, но, в общем, я думаю, детали то раскроют. Блин, да что это такое? Мы за разных людей, так понял, играем, да? Поехали. Фургон хиппи. Не знаю, вот я сейчас адреналин такой, как в первой части не было. Ну, блин, ну музыка в первой части вообще была охрененная, но здесь... Хотя, давайте посмотрим, что дальше будет. Вообще пока без понятия. Кто там? Маска Алекса. Эш. Ты скоро закончишь, сейчас не время тянуть резину. Если пройдет коп и нас тут увидит... А то на тебя быстрее дело не пойдет, ясно? Кроме того, я тебя уже несколько недель назад просил починить фургон. Точно. Я все равно не понимаю, почему это должен делать я. Это не мой фургон. Просто, блядь, делай это. Ты нас один не занят работой круглый день. Отвези его в авторазборку Кэнди. Он передо мной в долгу. Авторазборка Кэнди? Ну ладно, окей. Ладно, просто заведи машину, я сделаю это завтра, хорошо? Вот, кажется, все. Попробуй завести ее и давай убираться отсюда. Сейчас мы будем ехать или как? Прикольно было бы. А, иду. Ла-ла-ла-ла. Блин, ну если честно... Не знаю, как-то... Пока вторая часть, не знаю, у меня чуть-чуть ниже первой. 21 ноября 91. Опять, блядь, флешбеки, типа. Кто это? В чем дело? Так, а это мужик, да? В чем дело? Ты что, ты нервничаешь? Ну, босс. Что ты хочешь сказать? Говори смело. Слушайте, мы уже давно друг друга знаем, босс. Вы много для меня сделали. От любезности, давай к делу. Отлично, я хочу завязать. Я уже слишком стар для этого, я чувствую себя слишком мягким. Слишком мягким? Слишком мягким для чего? Чтобы стрелять людей, жопу свою подставлять под пулю. У меня уже давно такое чувство, что я скоро сорвусь. Мне все снится эти сны. Сны? Больше уйти, уходи. Но сперва ты для меня сделаешь одно дело, лады? Какое дело? Ничего сложного, авторазборка в центре такого авеню. Авторазборка. А, теперь мы играем теперь за русского, ничего себе. Так он мне как почему-то. Не гроет! Не забанит меня. Авторазборка в центре перестраивания. Теперь они снюхались с колумбийцами и перестали нам платить. Не волнуйся, это просто уличная шпана. Для тебя разобраться с ними, расплюнуть. Я потом смогу уйти? Да. Хотя ты сможешь спокойно вернуться, если передумаешь. В качестве прощального подарка захоти-ка... Образец нашего нового продукта. Возможно, он оживит твою новую скучную жизнь. Что это такое было? Ну что ж, пойдемте-ка. Теперь мы играем, да, действительно за врага. Ну, в принципе, вот с этим я вот... скажу, что прикольно сделали разработчики. Типа, за разных персонажей играем, это...
И это интересно, только какая наша машина, или можно выбрать? Бля, это почему? Это босса машина, наверное. Седьмая сцена. No mercy. А, седьмая, вот она. Без компромиссов, типа. Без милосердия. Так уж. А, не, гляньте-ка, колумбийцы это. Хитман! Негроид Эдишн. Вспоминаю бригаду, если честно, блядь. Это колумбийцы выходят. Да-да-да-да-да, ну... Интерес уже интереснее идет. Так а почему не колумбийцами теперь? Монте вот. Так, не, меняй-ка, это лучше. Что тут еще есть? Нет, тут пока ничего нету. Блядь, да... Сука! Не удивляюсь, почему негроид в России. И, ну, русский. 91-й, кстати, заметили, когда развалился Советский Союз. Это типа что, пасхалка или как? Не, ну если можно так выразиться. Блядь, да ёб твою мать! Ладно, попробуем так. Тихо. Блин, прикольный... А, это скейт. Отлично. Но сначала того надо было убить. Отлично. Чё он боеприпасы нам не дал тогда, козёл? Русский этот. Тихо. Мне что-то уровни сложные, пошли чуть-чуть. Блять! Тихо. Фух. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ну, сюжет, блять. Он вроде, знаете, пока непонятный, но немножко. Но при этом он охрененный. Как не все? В смысле, блять? А кто остался? А, если там он один, это фигня. Фу. Есть? Бля, а, он не могут так стрелять. А могу я так стрелять? Только подождите-ка, это баг будет? Нет. Жаль. Пускай подходит, ё-моё, что они как будто не слышали выстрелы. О. Дело будет так. Блять, сука! Все, я знаю, как что делать. Да это легко, на самом деле, просто тактику надо выбрать хорошую. Ну,
там еще и стекло это, вот видите. Сейчас бы меня достанило, да. О, как будто знал, фух. Меня не перестать. Тихо, блядь, ты еще меня стрельнул. Хотя не, музыка, подождите, вроде как бы сходится чуть-чуть. Блядь, сука. Тихо, пускай встанет лучше. Блядь, как бы не попадут меня. Давай, вставай. Попробуй так. Фух, повезло, фартануло, так, гоу. Блин, серия долго идет, уже 53 минуты, но лично у меня запись идет. Вот реально, где есть такие похожие игры, как Hotline Miami? Мне, в принципе, нравится. Гоу теперь туда. Музыка вроде нормальная. Ну где драйв? Вот на первых уровнях он только был. Это специально типа сделали? Я теперь не ощущаю его. Пизда, блядь, сука, я тебя стрелял вообще-то. Воу, пускай вот моя любимая тактика, когда они сами идут. Думаю, он с автоматом, ну ладно. Окей, берем пушку. Так. Блять, это плохо. Он же не умер, по идее. Или умер, нет. Ладно, плевать. Если что, да, умер. А что не умирает так, как будто они в наушниках? И мне так одному кажется. Здесь никого не должно быть. Вообще, фух. Кто-то там чинит что-то. Я есть захотел. Сейчас покойду главу и поем. Кто любит Доши, кстати? Я люблю Ду. Но у меня Роутон. А, это деньги? Я думал, что так забирает, вот пиздюк. Блять, фух. Я боюсь собак в этой игре, если честно. Очень безумно боюсь. Надеюсь, это последнее. Фух. Я прикину, меня сейчас убьют. Get the bag. А, нет, стоп, bag. Куда? Подождите, куда мне идти? А, денежки, видите. Бэк. А чё не манит-то? Вот так вот. Странно, а есть вообще Hotline Miami 3D, к примеру? Вот интересно было бы узнать.
мы за многих тут реально персонажей играем, типа, я про это читал, типа, про это я знал. Но сделано пока идеально, мне нравится. Я с постера не знаю, кто это зачел вообще. Еще. Потом надо будет узнать. Эй! Ты что за хрен? Думал, что тебе это срок сойдет, а? Срок сойдет? Я просто здесь работаю. Кто ты? Ты меня пугаешь, чувак! Сегодня такой счастливый день, парень. Этот мешок только что спас твою жизнь. Я свалю отсюда. Советую тебе сделать то же самое. Теперь уйди с дороги. Ебой, я думал, он меня зарежет. Ладно, последнюю миссию, в общем, сделаю. Потом, не знаю, по актам, может, играть буду. Ну, тут последняя миссия осталась, в принципе, потом. А давайте по актам играть. Попробуем. Что там дальше будет? Где мы теперь? Привет, дорогой, добро пожаловать домой. Я приготовлю тебе обед, он в холодильнике. Всем попозже, я сейчас не сильно голоден. Да? Трудный день был? Я не уверен, я уволился с своей работы. Ты уволился? Просто так? И твой босс тебе позволил? Ты ведь говорил... Слушай, я ушел и все. И, кстати, у меня для тебя сюрприз. Но... Что? Что это? Увидишь завтра, хорошо? Я сейчас слишком устал. Иду прямо в кровать. Ты еще не будешь ложиться? Я досмотрю шоу, приду через минуту. О, сейчас какая-то сценка будет, да? Я уверен, что что-то случится. Блять, в этой игре прикольно, знаете, тем, что как-то предвкушение есть чего-то. Как тут как устроить здесь? Тык. Где-то кровать, я что-то не вижу. Это воротник, блять, оказывается. Да ты где, блядь, что происходит вообще? Деньги, деньги, деньги. Это сон типа его. Вы слушаете радио WYL Miami. Новая свежая музыка каждый день. То, что вы любите и когда вы любите, это наш девиз. Угу. Сегодня прекрасный день, солнце сияет, на небе не облачко. Такая погода поднимает настроение кому угодно. Сегодня нас ожидает премьера нового горячего сингла от группы Пердурбатор. Ух ты. Я знаю, он, по-моему, играл в этом. Прикольно сделали отсылку, кстати, в первой части. Я заметил. Ну... Тем временем послушайте новую песню любимца публики Митчи. Митч? Бип. Мы предлагаем передачу для экстренного сообщения. Тропическая буря приближается к Флориде со стороны Атлантического океана. Ё-моё. Согласно прогнозам, она достигнет Майами к 7 часам вечера. Предупреждаем всех жителей... Ух ты, ёб твою мать, кто это? Неплохая у тебя машина, куда мы едем? Я уезжаю. Далеко. Куда глаза глядят, мне все равно. Ты уверен? Ты хотя бы знаешь, куда направляешься? Без выбранного пути многие люди ходят по кругу. А такой путь выглядит не очень привлекательно. Я не спрашивал твоего совета. Могу сказать тебе, что эта дорога не приведет никуда. Или, точнее, ты движешься в тупик. Вот куда ты движешься. Ты приближаешься к стене, приближаешься быстро. Но ты ведь уже знаешь об этом, правда? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Скоро увидишь. Кстати, ты забыл взять свою подружку? 22 ноября 1991 года.
Это вообще странно очень. Все очень подозрительно. Мэри! Мэри! Это типа ему казалось, что ли? Мэри. Привет, дорогой, извини. Ты бы сделал то же самое, будь ты на моем месте. Люблю, Мэри. Эйдинсен. Эксекьюшн. Блять, что происходит? Не знаю. Ладно, давайте потом разберемся. Сейчас давайте в игру вникнем. Северный ЕС, 14 АВ. Неправильно набран номер. Повесьте трубку и повторите попытку. Пошла всё нахуй. Я понял все. До 2 ноября. Давайте вот за уточку. Ни хрена их двое. Колумбийцы! Он подкупил колумбийцев? Блять, в смысле? Как управлять? Правая кнопка мыши стрелять, а левая бензопилой херачить? В смысле? Да ладно. Мне опять как-то неудобно. Поймите. Не знаю, как, а кому так удобно будет, скажите. Вау, 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 вау. А если один умрет, что, все, что ли? Блять, нет, давайте начнем заново, пиздец. Нет, я не могу так. Правда, серьезно? Это заведение? Нет, это не то заведение. Или то? Нет, подождите, блять. Блять, не то вовсе. Опять. Это не то заведение, чуваки, если честно. Или это то? Я что-то, блять, не могу сообразить. Так, блять, Кори берем, ну серьезно, он самый лучший, блять. Так, берем ножик. Теперь так. Вот самый любимый это зебра у меня, если честно. Ну серьезно. Ой. Не, не такой же, а то ж не знаю, опять. Пиздец, блядь. Не, серьезно, нет, что-то не то. Где музыка такая драйвовая? Вот это вот. Диджей какой-то. Нет, это другое какое-то здание. И почему колумбийцы, вопрос? Типа к ним перешел? Или как?
Меня не всех убил, типа. А кто остался? А, вниз. Обязательно всех уничтожить, все-таки сюда войти. Ладно. Так. И. А этому похуй, что ли? Ну почему? Стоит как вкопанный, типа, а что произошло, в смысле? Так, нагманинка. Что это такое? А, это ножик, типа, такой стоит. Давай еще раз. Давай. Вау. Почему здесь колумбийцы? Вопрос. Где русские? Мы же против русских были. И почему он... В колумбийской мафии? Не знаю. Бред какой-то, блядь. Все нормально, go to car. Нет, что-то не то явно. Явно что-то не то. Еще не допрашивают, но ладно, честно. Колумбия. А где находится Колумбия? Стоп, вот вы. Ради интереса, если так. Колумбия, да? Где так? Колумбийцы. Блять, что-то не могу вспомнить. Колумбия. О, как. Стоп, Колумбия. Сейчас вспомню. Страна Колумбия. Так. И что еще сейчас будет? Разговорчики, хочу разговоры. Во. Слушай, я не знаю. Я говорил тебе, что-то странное происходит. Понимаешь, о чем я? Видишь это? Смотри, вон там, видишь, это, что это? Наверное, мне что-то подсыпали в стакан, то есть, этого просто не может быть. Словно, о, это маски, мы что, в джунглях? Я хочу в джунгли, в общем, я ухожу, я тебе об этом говорил? Хватит, слышишь, я ухожу, все, хватит. Ох, блядь, глаз. Что? Ты бьёшь меня? Я просто хочу домой. Ты можешь позвонить Мэри? Она заберёт меня. Это кровь. Я истекаю кровью? Мне нужно в больницу? Парни, слушай, я просто хочу домой. Ох, блядь. Ой, блядь. Я бы не пожелал такому никогда. Это ужас. Криминальные разборки прям жестоко, реальная игра. Вторая часть более жестче, как по мне. Еще более сделали жестокую.
Ладно, дорогие друзья, на этом я заканчиваю серию. Второй акт пройден. Приступаем к третьему. Осталось у нас 4 акта, типа... малого уровня, ну, среднего уровня, типа, почти полугры мы прошли с вами, если можно так выразиться. Так что, ладно. Ну, пока мне все нравится, хорошо, ладно. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я буду снимать уже потом третий акт, и пока что здесь происходит, тоже неизвестно. Так что, всем желаю удачи, всем пока, и... скачайте мою новеллу «Последний поцелуй уходящего года» по ссылке в описании. С вами был Никитсу Маракайта, всем удачи, всем пока.